Ассаламу алейкум, друзья, вы на канале «Так стоим во Владивостоке». Какой режим лучше, гибкий или эффективный? Наверное, у всех есть свои мнения. Вы напишите именно в тот момент в комментарии, что вы думаете. А я расскажу свои мнения, какой лучше, друзья. Давайте поподробнее, я все буду это обсуждать по одному, друзья. Если у вас машина там только подходит по эконому, наверное, вам лучше катать эффективнее. Почему? Потому что в тариф эконом повышены цены, да, бывает иногда вот они катают. Я помню, такие случаи были, вот именно в Яндекс.Приложении, когда мы заходим, водители в приложение для пассажиров, именно в тот момент там, ну, примерно с центра до где-то там Тихи. Поездка стоит на эконом 450, а в тариф комфорт и комфорт плюс там 420 и где-то 440 или 430. Почти на все три тарифы одинаковые цены именно в городе Владивостоке. Но я знаю, те, кто катается в экономе, они в основном катают там персональные цели, то есть имею в виду недельные цели. А те, кто не катает именно персональные цели, и те, кто катает там комфорт плюс, минивэн и еще там тариф бизнес, им невыгодно катать, друзья, эффективнее. Почему? Потому что у них машина стоит больше там 3 миллиона, ну примерно 3-4 миллиона. Именно если вы покупаете за такие суммы машины, на некоторых улицах именно во Владивостоке невозможно заехать. Чтобы избежать все этого, чтобы не принимать такие заказы, вам лучше катать, друзья, именно режим гибкий. 15% забирает Яндекс, 3% еще за режим гибкий. Еще там по таксопарке, там какой-то таксопарк 1%, какой-то 2%, а эксперт-парк всего лишь забирает 65 рублей, друзья. Поэтому эффективнее только выгодно, ну вообще эффективнее не выгодно, друзья, никому, потому что вы не знаете, куда вы едете. Вот если у меня нету, честно говоря, персональной цели, я буду кататься на гибкий. И когда у меня там появляется там в центре хороший кафе, я буду ставить мой район на 2 часа. После этого, когда заканчивается мой район у меня, я, может быть, переключаюсь на другой таксопарк. Либо я буду на тот же таксопарке работать и подключая там режим гибкий. Я вижу точку Б, которой не нравятся мне заказы, я не буду принимать, если не будет там, куда именно, вот, например, я в центре, там в центре есть хорошие кафе, но мне дают заказ в сторону там второй речки или там в Тихий или куда-то там за город. Я не буду принимать заказы, потому что это невыгодно. Если там нету кафе, оттуда обратно я должен вернуться пусто. Поэтому, друзья, эффективные, наверное, выгодно только те, кто катает персональные цели. Потому что вам, в первую очередь, чтобы катать персональные цели. Именно хочу остановиться на персональной цели. Если вам дают больше 170 заказов, не катайте, друзья, не катайте. Если меньше, там 100, я знаю, у кого-то 120, 130, 140, до 170 – это нормально, друзья. Для водителя самый хороший, как бы, график – это 6-1. И, наверное, за 6 дней вы можете откатать 170 заказов. В день там получается 20-25 заказов. Но вы не будете принимать дальние поездки, друзья. Это было лично мое мнение. Я не знаю, кто как катает. Я знаю, что пацаны работают в городе Владивостоке. Те, у кого там повышены тарифы, комфорт плюс, минивэн, бизнес, они катают в режим гибкий. А те, у кого там всего лишь там эконом и комфорт, они катают эффективно. Я не знаю, что вы думаете. Это было лично мое мнение. Вы напишите в комментарии, если у вас будут актуальные вопросы. Я буду прочитать этого, и именно на эту тему я буду снимать выпуск. Я с вами не попрощаюсь, до скорой встречи. Друзья, если вас обманули, вы не можете выводить свои деньги, большие проценты, парк вам не поможет, я вам рекомендую самого надежного, самого хорошего таксопарка «Эксперт Парк». Сам лично работаю в этом таксопарке, всего лишь 65 рублей комиссию таксопарка, остальное все в описании. Если при подключении вы скажете, что с таксуем во Владивостоке, у вас будет очень хорошие скидки, а для меня будет очень приятно, друзья. Поэтому работайте в проверенном, надежном, хорошем таксопарке. Это лично мой рекомендацион вам. Выбирайте эксперт парка.